Так, всем шалом, друзья! У меня для вас срочные новости. Я уверен, что вы все соскучились по нашим озвучкам, поэтому долго держать интригу я не буду. Озвучек сегодня не будет. Да, вот так вот. Люк Бессон подал на нас жалобу за нарушение авторских прав. Но вы не расстраивайтесь, друзья. Мы придумаем свою малавиту. Мы даже название уже придумали. Барабанная дробь. Ахтунг, ахтунг. Представляем вашему вниманию новую, единственную в своем роде авторскую озвучку на джури. Хариф, включайте. Как нету? Была же она. Вы и вправду поверили? Куда же мы без озвучек, друзья? Люк Бессон наш человек. Сам смотрит и комментирует наше видео, поэтому озвучкам обязательно быть. Так что, друзья, припаситесь чаем, печеньками и свежим пухлово, мы начинаем. Холенджила? Арибала, уже шастумен сал холенджила. Митай просто энджи куфтира. Дира, айбна вилгутира. Адвазала хетиотбо. Эсчуваза. Ой-ой, башлем шорт, ой-ой-ой. Ту уже хафтумену до мене ваза и версачи има венгестогор. Био нюшим, био, айбна вилгутира. Ичмах сигард, нега шен харабачин сигард. Хари, хейр бол морейту, гуйвиним. А Мухаил? Мадам говорит, что так. Мадам футбол дэнши, да све гезма. Барселона сэсэй ким бару. Нум кюрде ма? Адэй фурмунда тура. Ари? Уже? Хафтума рузы. Ари? Ше бахуна? Наса мора? Ари? Имой? Трэвэ стэн тэнэ кирэв гэштэн гэу? Ари? Имой сарф тэнэ чу боладарм гэма? Харус худэй хум мади хурда ке хаурау бэд хаджи сохтай. Дивиним, чу кастов тэй гэдэш кубу. Ари, эй саат мэдум, а. Гидэш овиним каста. А, чум маньон бара мурэк шму? Ари, бази вообще препске энджу. Ла, ичуни, бабэй маджон, магаз, охо. شرخ الو فينيما زحلم رفت از مغازه آی 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 اینجا بده تو خجیجا از مسل زنبری تلویزیون ما چیکار داره تو را عجله بشد دشن تو را موگی تو را گرا کریستی انجلا گرا کریستی مکوش گرا کریستی چه بستا ترسری ما ترسرم اینجا بیا تو گفتم مویا تو از کوک مچنم الا قوجم ما پوچ ساخت اینجا بیا تو خره خانم تراو نکاو Первое выражение «Айбнабёгуйшмура». Перевод «Не стесняйтесь». Теперь, зная смысл этого выражения, вы можете без стеснения ставить свои лайки и комменты под этим видео. Второе выражение «Хейрбу». С какой стати? Этим словом вы требуете собеседника пояснить ту или иную ситуацию. Например, вы всегда покупали турщи по 1000 рублей за банку. В этот раз вам зарядили 1500, и вы говорите «Хейрбу, хамиша азор монот бахи». И он вам отвечает «Курс доллара варафты годоволим, гаймета вушендани бирайм». А чу боладарумма? В какой же я непростой ситуации? Чаще это выражение используется, когда человек систематически выносит вам мозги. Например, жена в очередной раз долго собирается на свадьбу, а в городе 9-бальная пробка. И очевидно, вы сильно опаздываете, и назревает вот такой вот диалог. Арсвара справди, а шахар поисти, джигени муну. А мухай лигуш базуй махурдики бильбрамасуз. Аля болофтурам кима. Захлемерафта. Ненавижу. В общем, слово очень-очень сильное. Только вслушайтесь, как оно звучит. Захля. Даже перевод очень жесткий. Желчь. Если ошибаюсь, поправьте меня в комментариях. Например, захлемер автас кукуруз. Я ненавижу кукурузу. И это, кстати, правда. Хаджиджа. Человек с потрепанными волосами. Чаще употребляется среди лиц женского пола. Это слово не очень приятное, поэтому не рекомендую им часто пользоваться. Только лишь при острой необходимости. Аджелепшо дашандитура.
Ты приключения ищешь на одно место? Выражение употребляется, когда человек идет на какой-то неоправданный риск. Например, а поймодим айлова мужчинова губаровта. А делеп еще дощен, туда брань еще хуно. На этом все, дорогие друзья. Всем худок умак и до новых встреч. Может так? Может так? Короче, всем пока.